Друзья, для такого пирожного картошка по ГОСТу нужно приготовить бисквит. Оно делается исключительно из бисквита. Для этого отделяем 6 желтков от белков. Белки взбиваем с 50 граммами сахара. Также взбиваем желтки, только добавляем уже 150 грамм сахара до пышной пены, устойчивых пиков. Далее к желткам просеиваем 150 грамм муки, добавляем 1 столовую ложку с горкой кукурузного или картофельного крахмала, это примерно 30 грамм, выкладываем постепенно белки в 3-4 захода и вмешиваем аккуратно лопаткой. Вот до такой однородной массы. Далее выкладываем в форму, смазанную сливочным маслом, разравниваем, ставим в духовку на 180 градусов на 50 минут. После выпечки даем остыть в духовке, достаем бисквит, заворачиваем в пленку и оставляем примерно на 12 часов. Вот такой красивый бисквит получается у нас. После 12 часов превращаем весь бисквит в крошку. У меня блендер с насадкой нож. Сливочное несоленое масло комнатной температуры соединяем со 150 граммами сахарной пудры. Затем добавляем 200 грамм сгущенки и добавляем несколько капель ромовой эссенции. Крем 1 ложку отделяем для украшения, остальное смешиваем с бисквитной крошкой. Вот такая консистенция должна получиться. Лепим красивые картофелины. Вот таких должно получиться 14 штук. Соединяем какао с сахарной пудрой, обмакиваем наши пироженки, выкладываем в посудинки и украшаем отростками картофельными из крема, который мы оставили. Приятного аппетита!